не найдешь. Ребята, всем привет. Передаю вам привет из окопов. Роберто. Здравствуйте, дорогие друзья. Ты из Германии. Так, подожди. В бочку задувает. Сейчас мы... Вот так вот. Оп. Блин, так не видно. Видно. Девочки, всем привет. Извините, что видно пол моей головы. Сейчас, подожди, попробую повыше поставить. Чтобы видно было. Все у меня. Все. Девочки, как вы относитесь к спа-процедурам? У нас вчера был этот тяжелый день, да? Почему, блядь? 2 часа тому назад вчера, блядь. Плохо видно, надо фонарь. Ну, здесь этот, уединенная обстановка. Я, правда, с немецким мужчиной, это странно очень. Вот, но мы нормальные, мы натуралы, если что. Если кого-то волнует этот вопрос. Так, подключается. Как к СПА относитесь, ребятки? Кто был в кедровой бочке вот первый раз в жизни? Ощущения такие, чуть-чуть жарковато, я думал, кстати, будет похуже. Я лечу свой насморк уже 3-й день, что-то он не проходит. Сна, потому что нихуя нету. Hello. Роберт, ты спроси у них что-нибудь на немецком? Leute, schönen guten Tag. Wie geht es euch denn? Это что ты у них спрашиваешь? Люди, добрый день. Как вас? Как ваши дела? Так, привет, немцы. Кстати, кто хочет с немцем нашим познакомиться, он еще до 20 октября будет здесь. А может даже подольше. Нет, до 20-го, да. Вот, до 20-го, поэтому кто хочет быть. Нет, не мой родственник, это Ванин друг, уже по совместительству мой. Так, на литовском. Да, нет, это не литовский язык, немножко другой. Девочки, хотите замуж за немца? Немецкий паспорт. Это, пособие. 1941 познакомились. Так вы познакомились с фашистами. Причем здесь немцы и фашисты? Вы что, до сих пор разницу, что ли, не понимаете? Включите свет. Да не могу я включить, тут интимная обстановка. Випка. Смотрит? Випка. Сколько? 400 человек. Что ты врешь? Вот, хочет. Мама белки какая-то хочет. Расстрелять, пишут. Свиньки, нацисты. Да я, блядь, по нации русские. Свиньи вы, блядь. Ребят, на самом деле, в очень крутом месте. Очень крутом. Сейчас вот у нас это... Я уже историю записал. Сейчас мы в кедровой бочке сидим. Потом у нас это... В джакузи девочки приедут. Вот. Они предлагают... Ну, как бы, очень хотели. Потом массаж. И потом этот... Еще... Там процедуры какие-то и кальянчик в конце. Так, тогда помиловалась. Виктория Королева. Слушай, фотография у тебя такая хорошая. Жопная, я бы сказал. Ничего, что с вами этот просто говорящая голова разговаривает. Я знаю, что плохо видно. Потерпите немножко. Сейчас я... Отдуплюсь. Сейчас, да. Из меня гады все выйдут. Мы вдвоем, да. Вчера у нас была большая компания из 6 человек, вот, но все куда-то потерялись. Врет, вы можете в моей истории посмотреть, куда и что происходило. Где Роберто? Блин, я бы вам сейчас показал Роберто, но я открою эту бочку, и он будет ругаться, потому что прям пошло, да, сейчас нормально там? Вот сейчас нормально. Ребят, кто чем занимается? Вот как вы отмечаете окончание середины недели? Уже, грубо говоря, полнедели прошло. Только вроде недавно... Понедельник прилетел, блядь, начало было, сейчас уже... Да, только недавно Конор дрался с Хабибом, была суббота. Уже среда.
Да, я расстался уже давно с Лилей. Я один. Один, одинешенек, одинок. Да, я таким образом лечу насморк. А как его лечить? Но я не пользуюсь каплями для носа. Я считаю, что это все полная херня. На море. Честно, что-то на море пока вообще не хочется. Так, хочу уже скорее в МСК. На следующих выходных буду. Погнали в караоке. Слушай, ты так пишешь, как будто мы знакомы. Напиши мне в директ что-нибудь хорошее. Мы рассмотрим ваш вариант. Приезжай в Литву. Ага, в Литву. Мама белки какая-то в Сочи. Вот в Сочи, кстати, ни разу не был, но очень хочу. Yes, it's very good. Albert, yeah. Thank you very much. Thank you for all. Robert, у нас этот. Yes, the last 3 minutes. Yeah. The last 3 minutes, yes. Давай еще что-нибудь. Что? Комплименты девушкам на английском. Тот, кто, ну вот, который там смотрит нас. Вы, видимо, вчера хорошо гульнули. Очень хорошо. Особенно понравилось Роберту русское гостеприимство. Он так говорит, как будто я не знаю, блядь, это. Ну, ты так был сегодня, ты благодарил искренне так. Что? Искренне так благодарил. Спасибо тебе за то, что организовал праздник. Я же реально все быстро организовал, очень быстро. Ну, блядь, я же, блядь, за это матурю. Молодец. За полчаса, ну, за час, грубо говоря. Базарами. Все включено было. Да, all inclusive. Да. Блоуджоб. Блоуджоб. 201 тысяча подписчиков, почему так мало эфира? Накрученные все, накрученные, ребят, накрученные. Инстаграм — это большой обман. Темно, потому что мы в спа. Випки в спа. Барзиков нам випку подогнал. По связям. Окей, давай выходим. Окей? Все, забирают меня. Какое-то чало. Сейчас упадет. Брок. Хорошо. Что чало? В душ. Я знаю, что душ. Сейчас Роберт в прозрачном своем белье выйдет. Be careful. Окей. Давайте я заберу. Все. Опа.